Вместо Донецка – Мариуполь. Вместо 15 корпусов – 3. Донецкий юридический институт, главный вуз Донбасса по подготовке юристов и полицейских, переехал в Мариуполь. Донецкий юридический институт имеет долгую историю. Его открытие состоялось в далеком 61-м году. Тогда это был еще не вуз, а школа милиции. А в 93-м году школа была преобразована в институт. За эти годы учебное заведение зарекомендовало себя как одно из лучших в Украине по подготовке полицейских, юристов и следователей. В 2014 году институту пришлось покинуть родной Донецк из-за захвата города боевиками. Руководству срочно пришлось принимать меры для эвакуации персонала и студентов на подконтрольную Украине территорию. Вуз был передислоцирован в Кривой Рог, где продолжил свою деятельность. В этом году университет переехал в Мариуполь. Отныне мариупольские школьники смогут поступать на такие специальности, как следователь, оперуполномоченный, правовед, эксперт-криминалист и другие. Институту передали два здания в Приморском районе, которые готовятся принять первый набор курсантов. В здании бывшей школы милиции институт разместил Академию полиции, являющуюся составной частью вуза. Здесь будут готовить будущих офицеров национальной полиции для подразделений криминальной полиции, следственных подразделений и превентивной деятельности. В Академии создана полноценная база европейского уровня, 14 специализированных учебных классов, оборудованных новой мебелью, мультимедийными проекторами и переносными экранами, 7 специализированных учебных полигонов, спортивный комплекс, плац, полоса препятствия, 100-метровый тир. Для курсантов имеются учебные автомобили, стрелковое оружие и, что главное, высокопрофессиональные преподаватели. Также в корпусе Академии расположено общежитие, в котором могут жить 300 студентов. Сейчас целью обеспечения комфортных условий для проживания курсантов и создания достаточного количества спальных помещений в общежитии проводятся ремонтные работы. Руководство планирует завершить их до начала учебного года, и тогда институт сможет принять более 120 курсантов.